Житель города Лабытнанги подозревается в убийстве 29-летней девушки, которая пропала 3 июля этого года. Обеспокоенные родственники обратились в полицию за помощью в поиске пропавшей, и после месяца разыскных мероприятий тело девушки было обнаружено в протоке Вылпосал. 14 июля в Следственный комитет поступило заявление об исчезновении жительницы города. Правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Поиски пропавшей девушки продолжались больше месяца, однако установить ее местонахождение не удавалось. Было все-таки принято решение, что труп находится в воде, потому что местность пересеченная была полностью проверена, следов свежих перекопок или костров не обнаружено. И действительно, 8 августа поступила информация о том, что на берегу протоки Вылпосал была обнаружена сумка. В ходе проверки этой сумки, с привлечением сил и специалистов, криминалистов следственного управления, были изъяты непосредственно на месте происшествия необходимые фрагменты предметов для проведения комплекса экспертиз, после чего был извлечен труп и проведено его судебно-медицинское вскрытие. Опасения следователей подтвердились. Обнаруженное тело было с признаками насильственной смерти. В этот же день подозреваемый в совершении преступления был задержан и взят под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления.